Здравствуйте, я Ольга Хуснутдинова. Расскажу вам о самых значимых событиях города и области. Торжественное открытие двух мемориалов памяти народного артиста и режиссера Олега Янковского. Ровно год назад он ушел из жизни. Его памятник установили на здании 67-й школы, где учился талантливый актер, и на бывшем театральном училище, где сейчас находится духовная семинария. На церемонии присутствовали чиновники, коллеги, однокурсники и поклонники Янковского. Покинул свой пост директор Института филологии и журналистики Валерий Прозоров. Теперь заслуженный деятель науки стал советником ректора Госуниверситета. О том, кто же займет место директора института, пока ничего не известно. Крупная авария на улице Соколовой в районе Воскресенского кладбища. Мерседес врезался в пассажирский автобус. В результате ДТП пострадал 29-летний водитель иномарки. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломами мужчину доставили в первую городскую больницу. Пассажиры автобуса не пострадали. Военные сборы для несовершеннолетних. Школьники из Кировского района 2 дня провели на полигоне. Их учили стрелять, бросать гранату и даже бегать в камуфляже. Учащиеся полностью испытали на себе все прелести армейской жизни. Ранний подъем, построение, жизнь в казарме и солдатская еда. Большинству из них учения понравились, а военные наставники даже не ожидали, что почти все эти школьники теперь не прочь пойти служить. Мероприятие прошло в рамках программы военно-патриотического воспитания молодежи. Полигон посетила глава города Олег Грищенко. В Саратове построят новый ледовый дворец. По словам министра спорта Владимира Пашкина, разработка проекта начнется уже в этом году. Это связано с тем, что в минувшем сезоне саратовский хоккейный клуб «Универсал» испытывал трудности с подготовкой к первенству. Игрокам не хватало времени для тренировок в ледовом дворце спорта «Кристалл». И в полном составе команда собралась лишь накануне первого матча. Сейчас решается вопрос, что именно будут строить – крытый ледовый комплекс или стадион с площадкой для хоккея с мячом. Подведены итоги опроса саратовцев по поводу незаконной торговли. На улицу города представители общественной организации «Деловая Россия» интересовались мнением жителей относительно демонтажа уличных ларьков. Удалось собрать около 13 тысяч подписей. В итоге большая часть считает уличную торговлю нецивилизованной и полностью поддерживает закон о ее запрете. 20 мая закрывается движение троллейбуса номер 7. Это связано с ремонтными работами на подстанции «Техстекло». Маршрут не будет работать с 8 утра до 5 вечера. Саратов-Горэлектротранс просит жителей и гостей города заранее планировать свои поездки и пользоваться автобусами. Громкое дело о краже икон передано в суд. Напомним, в начале апреля 27-летний Илья Попов украл из храма в селе Маянга старинные иконы и деньги, которые лежали в ящике для пожертвований. Общая сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей. Через 4 дня Попова задержали. Мужчина сознался в содеянном и полностью признал свою вину. Сказал, что совершил кражу из-за того, что не было денег на содержание жены и маленького ребенка. Прокуратура возбудила уголовное дело. Сейчас преступник ждет суда в камере предварительного заключения. Сегодня во Дворце спорта открылась специализированная выставка «Автомир Саратов» и транспортный комплекс «Поволжье». Все желающие смогут посетить ее до 23 мая. На экспозиции представлены отечественные и зарубежные автомобили, лодки, катера, товары для отдыха и весь спектр услуг этой отрасли. Также пройдут конкурсы аэрографии, автотюнинга и скоростной замены колеса. Спасатели готовятся к летнему сезону. Сегодня начальник МЧС проверил инспекторов по маломерным судам, осмотрел внешний вид 34 человек и исправность 13 единиц техники. Большинство катеров уже более 15 лет. Их максимальная скорость невысокая, всего 40 км в час. В этом году планируется закупить 3 новых судна, которые разгоняются до 70 км. За прошлый сезон сотрудникам ГИМС удалось спасти 17 утопающих, а также выявить 1200 нарушений. Экс-директор Саратовского медуниверситета Петр Глыбочко возглавит Московскую медицинскую академию имени Сеченова. Вчера он был утвержден кандидатом на эту должность. Такое решение принял ученый совет вуза. Еще одним кандидатом стал декан факультета академии профессор Юрий Несвижский. Кандидатуры были внесены на согласование аттестационной комиссии Министерства здравоохранения. Задержан террорист. В Марксе силовики задержали 41-летнего мужчину. В автомобиле «Лексус», на котором он ехал, обнаружили гранату РГН, более 600 патронов, 20 граммов марихуаны и 8 книг экстремистской направленности. Водителя задержали, ведется следствие.
Областные депутаты встретились с американскими коллегами. От лица народных избранников Валерий Радаев рассказал о последних новинках законотворчества. Помощь ветеранам в получении квартир, взаимоотношения власти и бизнеса, сотрудничество с молодежью. Саратовские студенты не только проходят практику в Думе, но и разрабатывают законопроекты. Американские парламентарии признались, что у русских есть чему поучиться, и пригласили депутатов во Флориду. На этом у меня все. Следите за жизнью города и области вместе с Форпост ТВ.